Дани, у меня на тебя большие планы. Но сначала принеси мне кое-что. И что же мне нужно принести, Хуан, спросишь ты? Скажу лишь одно. Не надо с этим говорить, есть его или пихать в штаны. Но, Хуан, спросишь ты, где мне это искать? Отправляйся к радиовышке, оттуда на север. Тропа приведет тебя к заброшенному лагерю на восточной стороне острова. Могу отметить на карте. Там моя связная все объяснит. И еще. Если все сделаешь, подарю тебе кое-что за то, что вытащил меня со дна бутылки. Подарок от друга за спасение его жизни. Не то, чтобы ты спас мне жизнь, но... Короче, давай, двигай уже. Не труднее, чем выкурить сигару в воскресенье. Эй, ты держись там. Воды. Черт, верхом не ездил еще с курса молодого бойца. Но! Слов о тирании. Из-за КПП народ не может спокойно ездить по Яре. Попробуешь, сразу порвешь шины о шипы. Ну, если у тебя не лошадь. Си, в Эсперансе я на это насмотрелся. Зачищай КПП, уничтожай билборды. И Либертад восстанет из пепла. Хуан, я зачистил КПП. Ну было нет, и ты заслужил признание повстанцев. Так держать, Дани. Сюда, дружище. Что расскажешь? Хочешь? Что? Хочешь нанести армии удар побольнее? На Сантуарио есть зенитка. Уничтожь ее. Спасибо. Vamos. Ты умничка.
спасите! Тише. Дани, мне сообщили, что ты рядом с хранилищем. Там сейчас база FND. Ее нужно зачистить? Си. У армии базы по всей Яре. Если мы хотим свободы, нужно ослабить хватку военных. Сделаю, что смогу, Клара. Бинго. Тише. Me vi muerto, Diosito. Куан, я нашел башню. Теперь ищи ход повстанцев. Он приведет к моему связному. Си, выдвигаюсь. Да, жди беды. Меня зовут Райса, и сегодня я помогу тебе обокрасть Кастильо. Расскажешь, что именно я буду красть? Обедненный уран. Прости, мне показалось, ты сказала уран. Не показалось. Слушай, чтобы найти эту хрень для Хуана, я пожертвовала последними связями в армии. Ты служила? А кто не служил? Ладно, скажи мне, где искать. Сперва возьми парашют. Уж поверь, пригодится. Я отведу тебя в старый испанский форт. Там хранят то, что тебе нужно. Что такое? Ты устал?
Спасибо за бандисьон. Призывник или доброволец? Призывник. Меня выбрали, пришлось отслужить. А ты? Доброволец. Я хотела одного — быть солдатом. Носить форму, служить своей стране, все дела. Но оказалось, что Кастильо нужны только фашисты, которые будут смотреть ему в рот. И ты его предала? Угу. И не только я. На сторожевой башне несет дозор солдат. Он даст нам на нее подняться, и мы сможем осмотреть форт. Еще этот тип сливает инфу. А чего он хочет? Во-первых, выжить. Так что держи оружие в кобуре, или он начнет стрелять. Во-вторых, за небольшую сумму он подкинет нам разведданные. Ясно. Убрать пушку, достать песо. Вот и он. Надеюсь, у тебя найдутся песо. Райса сказала, у тебя есть инфа. Пустая! Прикрывайте! Ага. Какого хера? Он же мог поделиться ценной инфой. Пойдем, не будем терять время. Cualquier día que yo no me muera, está bien para mí. Воспользуйся телефоном, чтобы разведать местность и узнать уязвимости врагов. Наверняка Хуан тебе втирал про подходящие средства. Воспользуйся телефоном, чтобы разведать местность и узнать уязвимости врагов. Наверняка Хуан тебе втирал про подходящие средства. Воспользуйся телефоном, чтобы разведать местность и узнать уязвимости врагов. Наверняка Хуан тебе втирал про подходящие средства. Вот и местный командир. У Альвареса ключ от оружейной. Осторожно, Дани. У него выше ранг, а значит лучше подготовка. Этот быстрее жмет на курок и вообще живучий засранец. Этот форт — самая защищенная база на острове. Солдатам выдали броню и шлемы. Но бронебойным патронам это по силам. Изготовь на верстаке, если их у тебя нет. А потом стащи этот уран. Тут может пригодиться парашют, что я тебе дала. Только прямо...
Надо смотреть в оба. Нашел оружейную. Уран должен быть внутри. Подмоги не ждите. Ключ. Теперь я доберусь до урана. Можно было сказать, что придется воровать уран? Я хотел устроить тебе сюрприз. Давай, тащи его ко мне. А радиация? Это же обедненный уран, Дани. Хватит ныть. Нашел!
Эй, Хуан. Ха-ха, вот что нам поможет, Дани. Обедненный уран 80-й Совета оставили нам гору этих отходов. Янки делают из него танковую броню и пули. Психи. Звучит опасно. Ты будешь прямо супергерой, Дани. Помню, мы с Литой тайно проносили такие в приют. Помогает коротать время, пока лежишь в грязи, ждешь конвой. Повстанцам всегда нужно вдохновение. Ага. А это что за хрень? Это Супремо. Очень похоже на РПГ. Си, но непростой. И это не все. Вот прошу, Тостадор. Дополняют друг друга, как пламя и ярость. Мне нравится ход твоих мыслей. Мне тоже. Вивер Либертан! Супремо как хорошая любовница. Или крутой сэндвич. Может, ты просто есть хочешь? Да, но я сейчас говорю о слоях, Дани. Пойдем к верстаку, я покажу. Супремо не просто средство разрушения, Дани. Их гаджеты могут осуществить твои мечты о хаосе. Посмотрим на этот Супремо. В основе процесса особый ингредиент – клей Супремо. С ним ты сможешь изготавливать гаджеты. Выбери гаджет, Дани. Это безопасно. Все ответы правильные. Отлично. Теперь поговори с Кларой. Пора испытать этот Супремо. Поговори с Кларой. Пора найти Супремо какое-то применение. Чем ты кормишь эту зверюгу? Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!